Всем привет, друзья! Мы в Москве, и сегодня я буду показывать вам новую нашу базу, точнее, таунхаус в самом элитном районе Москвы. Так, давайте для начала, наверное, покажу вам, что находится на первом этаже. Пойдемте сюда, если я не ошибаюсь, это комната Миши. В каждой комнате, если не ошибаюсь, находится климат-контроль, который может ставить кондиор. Вообще, это умный дом, и вы с первого этажа отсюда можете вообще регулировать температуру, все, что хотите, вот прямо с этого пультика. На каждом этаже у нас есть свой туалет. Я сейчас на первый раз его захожу. Самое интересное, все находится у нас на втором этаже. Место, где мы находимся большее количество времени, разделено, получается, на две части. Тут игровая, а тут, получается, более тренировочная. Мы смотрим демки, у нас огромная плазма. Тут мы пишем все страты или какие-то ошибки. В общем, такая вот огромная у нас комната, где мы играем, тренируемся. Еще один туалет. А дальше наша кухня. Тут мы обсуждаем иногда, иногда собираемся командой, но в основном большое время мы проводим за едой. Тут наша еда, могу показать, кстати, что мы кушаем. Отсюда у нас гречка с мясом, если не ошибаюсь. Кто-то любит у нас сладенькое. Если кому интересно. Но я такое не люблю. Я сладкое редко ем. Тут я вам покажу, небольшая у нас есть терраса. Реально можно сосочки делать. Очень классно. Единственное, не хватает бассейна, наверное. Для полного релакса. Но мы сюда приехали не отдыхать, а тренироваться. Эта комната получается абая. Мы готовимся к турниру, и нам разложили уже форму нашу. Тоже есть туалет. У нас так есть душевая еще. И вот наша самая царская комната. Почему она царская? Потому что она самая большая. И мы заехали первые. Мы ее забрали сразу же в Дауру. Тут также везде есть шкафчики. И вообще, очень крутая база. Нам, по крайней мере, она очень нравится. На этой кровати сплю я. На этой вот Даур приехал сам, заехал первый, выбрал самую царскую кровать. Видите, тут все удобно, как будто как в отеле, есть везде розетки у нас. У нас, кстати, очень высокоскоростной интернет. И вот тут по утрам, когда я просыпаюсь, я смотрю, когда готовятся ребята или нет, смотрите. Ну вот, сняли небольшой для вас обзор нашей буткэмп-базы. Надеюсь, вам все понравилось. Так что пишите в комментах, что бы вы хотели увидеть. Будем снимать много для вас видосов. Также подписывайтесь на наш канал Gambit eSports. В общем, всем пока.